Ну что ж, и следующий наш участник. Вот молодец, больше всех сегодня аплодирует. Вот громче всех. Берите прямо, как тебя зовут? Как? Рома, мы с тобой тезки, меня Андрей. Берите все пример с Романа, он аплодирует очень громко, поэтому давайте все вместе еще раз поаплодируем! Нашему следующему участнику, диджей Cool Man. Клевый мужчина, в переводе с английского. Кто-то здесь... А, да, вы знаете, потому что вы английский учили. Так, всем привет! Тут тебе привет! Тебе привет! Всем привет! Музычку давайте уже! А, привет тебе, естественно! Давай веселей, шевелись! Давай! Я вылез к вам из интернета, и я, конечно же, шикарен. Придумал этот стёбно-жанр. Я знаю, любишь позитив ты, от смысла сразу негативный. А значит, повторяем вместе припевчик этой крутой песни. Леонопыт ночи, ночь, дев отцы путает. Выше ашу соте, и он целебидит. Я стывар, но Чобар and such a booty. Всем непонятно, в чем тут прикол. Где в этой песне есть агикол? Что за слова тут, что за язык? Чтоб разобраться, колонки прилип. Вроде французский, вроде английский, вроде немецкий или грузинский. А все очень просто, умри-вареп. Так что внимательней слушай припев. Давайте шевелитесь. Вы оно пиночит, дев отцы путит. Ше ашу соты, илсе лепидит. Я стывар ноты, илсе лепидит. Мог зом мичобар, янс отчи путит. И на ютубе первое место скоро займет эта песня. Будет популярна по всей округе, так что поднимите ваши руки. Напевать ты ее будешь точно, и колоночки включишь мощно. Потому что придумал Виталя, обязательно будет хитяра. Тяра, 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 тяра. Это хитяра, хитяра, это хитяра, хитяра. Придумал Виталя, а значит хитяра. А теперь давайте все вместе допевайте припев этой песни. Леонопы ночи, дев отцы будят. Ше ашу соте, илсе лебедя. Ясты варноты, оте илсе лебедя. Мог зоб мечобар, ян отцы будят. Леонопы ночи, 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 ночи. Ше ашу соте. Ясты варноты, оты, оты, ясты варноты. Мог зом мечобар я. И вылидев. Аплодисменты, вот так, да. Вот аплодисменты. Можно сказать? Не забирай мой хлеб, аплодисменты — это моя фраза. Ну что ж, давайте поаплодируем. А то мне нечего будет сказать.